Главная идея фестиваля – конкурса среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы есть у тебя, Россия» – привлечь внимание к нашим землякам, которые отличаются силой духа, целеустремленностью и умением добиваться успеха в непростых условиях. Самые одаренные и уверенные в своих силах люди приехали на этот праздник творчества со всего Славянского района. У них есть проблемы в жизни, но они научились их преодолевать и, вопреки всему, создавать такие работы, которые способны радовать и восхищать. В малом зале Славянского городского дома культуры была развернута выставка декоративно-прикладного творчества в рамках фестиваля-конкурса. Здесь было на что посмотреть. В зале царила радостная атмосфера. Встретилось много старых друзей. Мы встречаемся, показываем, что у нас нового за год. Что каждый сделал за год. И, конечно, интересно посмотреть чужие работы, свои показать, похвалиться тоже. Вообще, это замечательный праздник, мне он очень нравится. Да всем он нравится. Показывает свое творчество во всех сферах. То есть, что они умеют делать, что они не замкнуты в своих четырех стенах, а что они могут свободно показать свое искусство, свое творчество для всех остальных. Это люди, которые могут делать наравне со здоровыми людьми все, что угодно. Это праздник души, отдушина, где мы можем пообщаться. Вообще спасибо тем, кто организовывает эти мероприятия, потому что мы как солнышко. Это наши встречи, от которых мы ждем. Дуэты и трио, хоровые коллективы, лучшие работы и выступления были отмечены дипломами. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».